Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор столика номер 15 для лодок ПВХ с диаметром баллона до 45-46 сантиметра. Вот сейчас у нас получается лодка Юкона 300, диаметр баллона 41 сантиметр. Вот такой вот столик-трансформер. Вот. Сюда у нас устанавливается два держателя для спиннинга. Прикручиваются изнутри через отверстие саморезиками. Здесь у нас внизу, чтобы столик сам не открывал, стоит лягушка, которая фиксирует его в собранном виде. И вот так вот открывается столешница. Вот. Размеры в разобранном состоянии данного столика у нас получаются: ширина 40 сантиметров и полная ширина до бортиков 49 сантиметров. Для небольшой лодки это получается достаточно большой столик, занимает практически половину, больше половины пространства, а в сложенном состоянии он практически не мешает передвигаться в лодке. Столик крепится на систему Лектрос при помощи планки для передвижных сидений. Прикручивается она с обратной стороны в необходимом для вас месте, для того чтобы столик стоял ровно. В комплекте идут 4 саморезика, которые помогут вам это сделать. Для установки вам нужно выставить столик ровно, приложить крепежную планочку, отметить с краю, насколько она туда садится. Вот. После чего это расстояние мы переносим до центра столика и устанавливаем эту планку в этом месте. Сейчас покажем, как это выглядит. Крепим, естественно, 4 самореза, я все крепить не буду. После чего остается просто его надеть на Лектрос, и столик уже установлен в рабочем положении. Вот так он в открытом положении. Столик будет идти в нескольких вариациях, в нескольких комплектациях. Это самая простая комплектация. Будет комплектация также без отверстий, со съемной панелью для эхолота. Будет здесь вариация с полочкой внутри. Поэтому, если интересно увидеть новую модельку, подписывайтесь на наш канал. Оставляйте свои комментарии, пожелания, ставьте лайки. Меня зовут Арсений. Рекомендую.